Это, пожалуй, самый сложный госэкзамен. Без сдачи этой дисциплины школьники не смогут получить аттестат о среднем общем образовании. Помимо родителей, ребят в этот день подбодрил и глава Десногорска Андрей Шубин. Я хочу вам пожелать удачи на экзаменах. Помните, что вы все знаете, умеете, вам все под силу и все нипочем. 27 мая выпускники сдавали ЕГЭ по литературе и географии. Сегодняшний экзамен по математике сдают и по профильному уровню, и по базовому. При этом большинство выпускников нашего города выбрали профильный, более сложный уровень математики. Испытания проводятся в 4-й Десногорской школе. Для выпускников подготовлено 14 аудиторий. Пункт оборудован системой видеонаблюдения. То есть прохождение государственной итоговой аттестации, сдача всех ЕГЭ транслируется в режиме онлайн. ЕГЭ считается самым честным и объективным экзаменом. Он показывает уровень подготовки школьников по всей России. А единый подход к организации экзамена позволяет сравнить результаты и уровень образования в целом по стране. Результаты госэкзамена дают возможность выпускникам поступать в высшие учебные заведения. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.